Учебно-тренировочный сбор основной команды страны по греко-римской борьбе по доброй традиции принимает отель «Весна». Спортивный комплекс олимпийского чемпиона, героя России Александра Карелина можно без преувеличения назвать основным помощником для команды. Ведь здесь созданы все условия для результативных подготовок спортсменов. На следующей неделе сильнейшие борцы представят Россию на чемпионате Европы. Мы уже третий олимпийский цикл готовимся в этом прекрасном базе. Хотелось бы поблагодарить руководство этой прекрасной базы за предоставленные хорошие условия. И я думаю, что третий олимпийский цикл, начиная вот именно здесь, я думаю, что закончится так же, как мы выступали все предыдущие олимпийские игры. Это Лондонская олимпиада в 2012 и это Пекинская олимпиада в 2008 году. На итоговом сборе спортсмены отрабатывают основные приемы. Тренеры и борцы прилагают все усилия, чтобы вновь одержать победу. В составе национальной сборной примут участие 8 борцов, в каждой весовой категории по одному спортсмену. К стартам готовится и олимпийский чемпион Исламбек Альбиев. Активно и сильно мы готовились и тренировались в Кабардино-Балкарии, в Приэльбрусе. Там был базовый сбор, тут у нас подводка. Главный тренер во главе Гою Мурманович Кагуашвили и тренерского штаба очень хорошо нас подводят, хорошие тренировки. Сама база нам очень нравится. Есть все удобства для спортсменов, хороший, приятный коллектив. Готовимся, настроение хорошее, все нормально. Спецподготовку в спорткомплексе отеля «Весна» греко-римцы завершат 9 марта. Сегодня прошли контрольные схватки, по итогам которых определились 8 сильнейших борцов. Таким образом, представлять Россию в Риге будут Мингиян Семенов, Ислам Альбиев, Нарек Григорян, Чингис Лабазанов, Рамазан Абачараев, Евгений Салеев, Никита Мельников и Виталий Щур. Чемпионат Европы в Латвии завершится 11 марта. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.